18 сентября, облучье. Вот так вот проснулись. До календарной зимы еще 2 месяца, а в северных регионах нашей страны выпал снег. Жители Якутии увидели на улицах сугробы уже в середине сентября. Автора видео нисколько не расстроил такой сюрприз природы. Наоборот, мужчина был даже рад долгожданной зиме. Снегу сколько? Вот так вот. Наконец пришла зима. Другое видео из Якутии сняли в городе Нюрби еще в начале этого года. В ролике автор рассказывает, как выжить в экстремальных условиях суровой зимы, когда столбик термометра опускается ниже минус 50 градусов. Если ты машину не подготовишь, то случается вот такая фигня. Вообще, в бытность, когда у меня была станция технического обслуживания, я очень много повидал вот таких случаев. Очень много кому помог, так что, ребята, те, кто меня помнит, большой привет вам огромный, если кто, может, видео это увидит случайно, передаю вам привет. Замерзшими фруктами он заколачивает гвозди и легко ломает провода от электроприборов. Сырая простынь на морозе превращается в хрупкое полотно и рвется, как бумажный лист. Если вы думаете, что это какой-то полиэтилен, то нет. Подробно рассказав о морозных зимах родного края, автор ролика заканчивает свое повествование видами города, снятыми с квадрокоптера. Нюрба как будто погрузилась в спячку. Навис густой плотный туман, не ездят машины, не гуляют собаки. Но знаете, лошадки, они так и будут копытить дальше себе свое сено. Лучше, конечно, такой дубак дома пересидеть, но, знаете, есть, конечно, что-то волшебное в этом. Видео, опубликованное в январе этого года, за 9 месяцев набрало 240 тысяч лайков и 26 тысяч комментариев, авторы которых не столько удивлялись суровым условиям проживания, сколько радовались оптимизму героя ролика и возмущались, почему YouTube рекомендует к просмотру зимнее видео в конце лета. Понимаю, что там жестко. На видео вызывает улыбку. И не хватает саней и оленей. Автор настолько добрый и веселый человек, что у меня настроение поднялось. В Якутии настолько суровые морозы, что даже видос оттаял в рекомендациях только в августе. Почему мне это выпало в рекомендациях в августе? К чему меня YouTube готовит? Я не хочу жить в Якутии. Чтобы не замерзнуть, нужно больше двигаться, заниматься физкультурой и спортом. Активные тренировки в спортзале – это отличный способ держать себя в форме. А если тренер будет таким, как в этом ролике, то мотивация заниматься спортом возрастет в несколько раз. Если вам совсем не понравились морозы, тогда отправляйтесь в путешествие на белоснежные морские пляжи тропических стран. Добро пожаловать на борт самолета. Но сначала инструктаж по мерам безопасности. Сотрудник одной авиакомпании пошел против системы и приготовил для пассажиров мини-спектакль. Домашние питомцы тоже не всегда бывают в восторге от похолодания. На утренней прогулке собака так замерзла, что у нее буквально зуб на зуб не попадал. А если это обитатели теплых стран, то их возмущению российским морозом просто нет предела. Попугай так замерз, что, видимо, у него же не было сил летать. Он просто бегал по квартире и просил Наташу закрыть окно. В другом ролике вместо 1000 слов о настроении четвероногого друга говорит его взгляд и поведение. Пес Фриц не может простить своей хозяйке предательство. Она отвезла его к стоматологу, где собаки провели несколько не очень приятных процедур. Фриц холодным взглядом смотрит в окно и отворачивается от женщины, хотя она просит у него прощения и очень ласково к нему обращается. Но ни один мускул на собачьей морде не дрогнул от ее извинений. I'm so sorry, Fritz. Chris, look! Oh my God!
терпению другого представителя собак можно просто позавидовать. Неухоженного и обросшего песика привели к грумеру, собачьему парикмахеру. Собака не гавкает, не скулит и не пытается укусить сотрудника салона. Четвероногий клиент спокойно переносит все обязательные перед стрижкой процедуры. Душ ему определенно нравится. В руках профессионала собака быстро приобрела ухоженный вид. Последние штрихи, и вот перед зрителями предстала очаровательная мордашка щенка серебряного пуделя. Несите миллиметр, будем измерять уровень милоты. На другом видео зрителей, наоборот, удивила разговорчивость животных, детенышей кубинского крокодила. Звуки, которые издают маленькие крокодильчики, похожи на выстрелы бластера или фантастического оружия. При просмотре ролика кажется, что на экране боевик 80-х годов прошлого века или компьютерная игра. Скорее всего, в дикой природе такими звуками они подзывают свою мать. Пока эти крошки маленькие, они вызывают скорее не ужас, а умиление. Но встретиться со взрослым животным в дикой природе, наверное, не каждый захочет. Так, мирно шагающему по обочине дороги слону, видимо, не понравилось, что его обгоняют автомобили, и он решил показать, кто здесь хозяин. Сначала попробовал на прочность колесо, а затем сел на капот и изрядно его помял. Странно, что водитель в это время не делал попыток объехать животное или отпугнуть его звуками клаксона. Возможно, боялся еще больше разозлить слона. И только после того, как от автомобиля отвалился передний бампер, водитель стал сдавать назад и уехал. В конце выпуска сладкое. И не просто десерт, а шедевр кулинарного мастерства. Гастрономическое шоу, которое может довести до обморока любого сладкоежку. Его автор – французский режиссер Александр Дюбоск. В своих короткометражках он анимирует еду. Блин он превращает в пластинку, а вилку – в иглу музыкального проигрывателя. Ноты с верхних ярусов торта скатываются вниз и падают на фортепианные клавиши. Объектом очередного фильма стал затейливо украшенный шоколадный торт, наверху которого стоит кофейная чашка. Вся конструкция крутится, визуальный ряд перемещается вниз и фиксирует каждый последующий слой под характерный хруст взрывающихся зерен попкорна. С небольших тарелочек лакомство исчезает во рту монстриков. Это логотип легендарной рок-группы Rolling Stones. Показывая трансформацию образов, возникающих при повороте, автор создал полную иллюзию реального движения. Видео заканчивается видом забавной рожицы из пены, все в той же кофейной чашке наверху торта.